Всем привет, дорогие гости, зрители канала. Ну вот он подходит потихоньку к концу 2021 год. Что за этот год было сделано? Да, толком на самом деле ничего. Ничего такого хорошего прям в этом году не было. Наверное, крутого на канале, тем более подписчиков не прибавилось. Видео тоже особо не было. Канал чуть ли не заброшенным стал. Активность куда-то вообще пропала. Как бы такие себе новости. За этот год только лишь была одна хорошая находка и неудачный проект с орбитой 35S016, которая вроде и хорошая находка, в то же время и плохая находка, которая вообще неудачно была, уже рассказывал. Что было еще найдено? Найдены были колонки Dialog, система 2.1, которые уже на Авито сколько висят и опять никому не нужны. И те сабвуфера BBK, кто помнит из старых видео, я про них снимал, тоже висят на Авито и тоже никому не нужны уже сколько, больше года висят. Ну и в общем, что вот там еще хорошего было? Да, наверное, ничего, как всегда все было. Вообще ничего, абсолютно ничего нового, так скажем. Год, как и прошлый. За прошлый, может, и подписчиков прибавилось, но явно не за этот. Я раньше вообще был какой-то актив. Писали, то есть, когда бас-тесты выходили, там, к примеру, JBL-ских колонок, раньше хоть какой-то актив был. Сейчас абсолютно его нету. Куда-то те люди все попропадали. Тематика немного изменилась, хотя все равно чем-то таким старым и пахивает. То есть контент не такой, не суперский. Далеко от суперского контента. Ну, в общем, со звуком как работали, так и работаю. Ничего в этом плане не поменялось. Ну вот, люди куда-то-то поуходили. Вроде и подписчики есть, но просмотров, лайков и комментариев уже нету. Куда-то все поуходили. Понятно куда. Наверное, на другие каналы. А может, еще что случилось. Ну и бог, фиг с ними как-то. С этими подписчиками. Видео вообще не о том. Не надо как-то грустить. Может, и в 2022 году повезет. Может, и раскрутится канал когда-нибудь. Может, и контент поинтереснее будет. Что-то. И немного предыстории вообще хотел рассказать. Предыстория о том, что вообще я хотел купить какие-нибудь там колонки S90 или 35S1. Что-то из этого рода. Были деньги. Хотел купить где-то, найти, снять на канал. Наконец-то акустику нормальную пару купить. Но купил другую мечту. Про эту мечту, может быть, когда-нибудь сниму. А может и нет. Ну, в следующем году, но не обещаю. В общем, не суть, это не по теме канала далеко. Так что вот так вот. Вряд ли буду снимать про это. Но, в общем, главная суть этого видео. Я хотел всех поздравить с 2022 годом, с наступающим. Пожелать добра, позитива, здоровья близким. Еще чего. И также отдельный привет передаю радиомастеру, или как у него там, забыл уже канал называется. Самый активный подписчик, с которым я познакомился когда-то. Только меня, видимо, и смотрит. Точнее, единственный актив, кто меня смотрит, и все, больше никто это и не смотрит. Никто не интересуется, никому не надо. Ну, не суть как-то. Что? Всем пока. Увидимся в 2022 году.